В режиме повышенной готовности продолжают свою работу все службы и ведомства городского округа Люберцы. Очередная неделя началась с заседания оперативного штаба. Посредством видеоконференции участники встречи обсудили все текущие вопросы. Подробности далее. Понятно, что жители устали от этой самоизоляции, устали от всего, что происходит. Но тем не менее, чтобы нам каким-то образом раньше приступить к той нормальной, обыденной жизни, что она была до этого вируса, понятно, что сегодня эти самоограничения должны работать в полную силу. Набраться терпения и переждать. Власти округа в очередной раз призывают соблюдать режим самоизоляции. Это касается не только жителей, но и владельцев предприятий, которые временно лишены права осуществлять свою деятельность. Личный состав на всех транспортах. Совместно с администрацией, с дружиной проводим проверки. И то, что сказал губернатор, что ваши требования, то есть выполняет, предупреждает личный состав по профилактике данной эпидемии. Плановые ремонтные работы коммунальщики оставили на потом. Сейчас их обязанность – ежедневная дезинфекция мест общего пользования в МКД. Обращения, поступающие от жителей округа, находятся под контролем управления ЖКХ. По всем обращениям осуществляются выездные проверки и предпринимаются меры по их устранению. С 11 апреля 2020 года ведется статистика, как мы видим на экране, динамика положительная. Ни на день не останавливается работа по благоустройству округа. Сотрудники управляющих организаций приводят в порядок городские и дворовые территории. На прошлой неделе с несанкционированных свалок вывезено более 150 кубометров мусора. В ежедневном режиме проводятся работы по дезинфекционной обработке детских игровых и спортивных площадок в 100% объеме. Эпидемия коронавируса внесла коррективы в работу всех управлений. Дорожное хозяйство не стало исключением. Ежедневно места наибольшего скопления людей подвергаются дезинфекции, а на остановках общественного транспорта – социальная разметка. Луиза Егазарян, Валерия Псалямов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.